У еврея, значит, была лавка с изображением часов на вывеске. Приходит к нему другой и говорит: «Слушай, почини-ка мне часы». Он говорит: «Я часы не чиню, я делаю обрезание». Он говорит: «А зачем же тогда у тебя на вывеске часы?» Он говорит: «А что, по-твоему, я должен был там нарисовать?»